Ребят, всем привет! Снова приехали на разведку в свой молодой ельничек. Очень любопытно будет посмотреть, что у нас выросло за время нашего отсутствия. А не были мы здесь где-то, наверное, дней 5-6. Так что погнали, я думаю, что и мы донайдем. Ну, они мои первые, ребят. Две штучки. Куда они делись, продолжают расти. Да, сибирячки наши. А? Назад обернулся. Тут еще один стоит, дружище. А вот тут еще один. Так. Что-то Максимилиан нашел, сейчас посмотрим. А, вот он. Такой симпапулька, да? Угу. Покажи-ка. Такой типа а-ля темный. Он, скорее всего, будет плохая шляпка. Да не, нормально. О. Чик. Никуда не делись они, ребят. Продолжают все в таком же ключе расти. Кайфово тебе. Макс еще одного цапнул. Желто-буренького. Ну такие. Да, конечно, надо. Лиза, сними. Так, вон тут в канавке тоже такой. Начало прям максимально впечатляющее. Очень часто попадаются. Всего лишь на первом месте. Продолжаем. Красота. Да, с фонарем, конечно, когда еще не до конца рассвело, вообще огонь искать прям дальняя такая находка, поэтому ряду просветил, и вон он, ребят. Сейчас надо еще рядышком тоже покрутиться, они же обычно не по одному. У нас один бочоночек. Смотрел направо. И вот второй, ребят. Такие вот два. Красавчика. Вон рядом. Их батя, короче. Выбираем четвертого.
Вон они, ребят. Этот такой подгрызанный. Эти два личненькие. Какая красота, ребят. Посмотрите просто на него. Это вот белоножковый. Просто огонь. Так, вот тут тоже спрятался. Угу. Такая бусинка тоже пойдет. Ну какой, ребят. Так. Все, собрат. Ну какой, ребят, просто огонь. Грибочек. Шикарный же гриб. Смотрите какой. Как боровик прям. Чата, ребят. Наконец-таки желтый бурый у меня. Вот кого-кого, а его я очень плохо вижу. Ну вот они какие. Так, а вот тут уже взросленький. Шикарнейший гриб, ребят. Немножко погрызанный, но супер. Ребят, вот кручусь, короче, и добираю теперь вот этих желто-бурых. Смотрите. Как говорится, глаз навострил. Медленно ходишь, всматриваешься, и вот результат. Да, сколько уже раз в этом леске? Четвертый или пятый? Не могу вспомнить. В общем, и каждый раз я получаю колоссальное удовольствие от тихой охоты в этом месте. Постоянно гриб попадается, именно тот размер, который нужен, ребят, просто, ну, счастья нет предела находиться здесь. Хоть тут такой бурелом, вот, иногда ветки прямо возле глаз втыкаются, блин. То в шею, то в щеку, то куда-то в лоб. Реально какие-то миллиметры от глаза. Вот, но в любом случае это стоит того. Вот он. Погрызешь, да?
Но есть. Ой, какой, да, съеденный. Конкурентами расчленен. Половину тебе оставили. Хотя бы что-то, да. Такой. Типа, нать, возьмите. Тут или заметил. Будем закругляться. Вот такая вот очередная рядовая тихая охота у нас получилась. 3 часа в лесу. Результатом я доволен. Штук, наверное, 50 маленьких красненьких взял. Всем до скорых встреч. Удачи и пока, ребята.